каникулы Дового дворца начался еще до торжественной церемонии открытия. За несколько часов у комплекса Чебоксары-арена собрались горожане. Скучать там не приходилось. Многие горожане пришли на праздник целыми семьями. Для самых маленьких чебоксарцев работали клоуны и аниматоры. Выступали представители различных спортивных федераций. Посреди жаркого лета развернулась интерактивная площадка «Зимняя сказка». Там работали профессиональные фотографы. Фотографии можно было забрать абсолютно бесплатно. И все же основное внимание было приковано к главному виновнику торжества – комплексу «Чебоксары-арена». Ледовые катки, в принципе, для подрастающего поколения очень замечательно все. Мы часто ездим в Казань, потому что у нас такого не было никогда. Вот. Приходилось ездить всегда на Татнефть-арену, там посмотреть хоккей, многие мероприятия. Теперь, надеюсь, сюда будем приходить. Радостное ощущение. Рядом с домом. Дети вот смотрят спортивные представления там. Будем водить сюда. Вот, Степочку будем водить. Надеемся, что наш Степочка будет будущим хоккеистом. Мы занимаемся классическими танцами. Но вообще у нас очень много знакомых девочек, кто занимается фигурным катанием, и мальчиков-хоккеистов. Мы очень рады, что открывается такой комплекс. Надеемся, будем часто его посещать. Сегодня на лед Чебоксары-арена выйдут звезды хоккея и фигурного катания. Но уже совсем скоро комплекс превратится в тренировочную базу для наших спортсменов и площадкой активного отдыха горожан. Ольга Пырочкина, Александр Петров, Республика.